Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил и Дима. Это мой друг, у него есть свой канал, но, может быть, я когда-то посоветую вам, ну, когда на нем будут видео. Сегодня мы будем обозревать сериалы по Майнкрафту. Вы готовы? Дим, ты готов? Да! Да, поехали. Так, ну и что ж, начинаем. И первый сериал, который мы будем обозревать, называется... Сериал Майнкрафт Five Nights at Freddy's. Так, поехали. Тут нас ждет эпичная заставочка. Новая работа. Голова мишки какого-то. Мне одному кажется, что эта пиццерия находится на льду. Тебе не кажется? Помню, вроде этого как-то Фредди, да, точно Фредди. Так, и сразу бросается в глаза две ошибки. Первое, видео лагает. Второе, звук на заднем плане. Так далеко от города. Откуда здесь такой лед? Далеко от города? Я вообще сомневаюсь, что тут есть город. Да, тут вокруг вода. Ладно, буду уже работать. Так, надо все здесь осмотреть. Надо осмотреть этих. Господи, мои уши! Репения меня это просто убивает! Откуда он вообще его взял? И даже очень странно, что это репит. Очень странно. Кто его поцеловал? Так, где этот, как... Боня точно был. Фредди, а ты как этот, курица или утка, что ли? А, Чика. Ты Чика. Чика. И здесь этот Фокси. Фокси какой-то. О, ё-моё, какой-то сломанный. Этот парень чудак. Да. И зачем я с ним выйдем? А, ничего, все в порядке. В будку Фокси, металлическая дверь, все просто супер. А, ну понятно, он не работает. Отлично, все. Пойду к себе, а то что? Зачем здесь эти две двери? Так, светик зачем-то мне дали. Так, опа, планшет. О, вот, камера около моего офиса. Вот вторая. Дальше. Так, вот камера у Фокси. Зачем-то не знаю. Камеру на сцене. Понятно. Ага, и еще одна камера просто пиццерии. Конечно, мало, конечно, камера. Ну ладно. Так. Так, сколько уже времени? 2 часа. Понятно, отлично. 2 часа. Чтоб я что-то слышал. Что же это было? Ничего. Кто? Мишка? Что? Кто здесь делает? Что он здесь делает? Ну-ка. Тут Мишка! Что? Что? Фредди? Что? Что? Что он здесь делает? Что он здесь делает? Как? Надо. Просто взял и пришел. Так. Вот он. Ой-ой-ой. Как? Так, а на сцене что? Да, на сцене его нету. Но как же он передвинулся? Какого черта? Друг уже отвечал на этот вопрос. Он просто взял и пришел. Уж тут все в порядке.
камера опять работает. Что, дверь открыта? Что за говно? Тихо, тихо, у нас тут вообще-то приличное обозревание сериала, а ты тут говоришь говно! Что за говно? Дорогие друзья, давайте вместе отсчитывать, сколько раз он за этот сериал будет говорить слово говно. Ой, что-то мне прям страшно. Вроде еще там. Что это было? Он что, превратился в зомби? Блин, я Фредди камеру сломал. Блин, он мне камеру сломал. Реально, что у тебя в голове пусто. 6 часов, ура, все. Блин, я выйду и мне грунты. Ладно, блин, ладно, еще 3. Раз, 3. Блин. Все, выйдем. Фокус закрыт. Что? Вы издеваетесь? Господи, как? Так можно было? Что? Ой, походу показалось. Блин, он как будто тут отсюда исчез. А он отсюда исчез? Эдди научился телепортироваться, как его старший брат. Привет. Я не помню, что ты пил пиво. Я помню только что, что ты зашел в пиццерию и все. Да похрен, что я пил. Поздравляем. Он еще алкоголик. Еще ночь. Беспалевное утро. Тоже так умеем? Как бы да, и как бы всегда, и как бы везде. Пойду домой спать. Вами бы Фредди. Чика. И Бобби. Вами бы пакетик. Я ж буду какать на Фредди. Это дерьмо, ну не дерьмо, но на этих аниматроников это же собственность, а ты за них будешь деньги получать. Вот вдруг он придет к тебе и тоже такой скажет, я пришел на тебя своим маслом насрать. Кажется, у нас тут новый ням Кэт нарисовался. Я же буду какать на Фредди. И вот, выгода моя. О, у меня, кажется, из души мозг потек. Ну, ладно. Что? Чья мать? Ты маленькая пиццерия. Куда мы знаем? Фокси. Ма, Фокси. Мой Фокси, какой же ты красивый.
Всё, я так больше не могу. Я ухожу, с меня хватит. Ладно, с вами был Дима и Данил. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на его канал, ставьте большие пальцы вверх. А с вами был Дима и Данил. Всем удачи и всем пока.